вы посмотрите, кто пришел. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку. На него напал душиед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте. Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему так не скажу. Впереди враги. Только скажи. Гляди в оба, сын. Рома! Лети за ними! Это все. Андвари говорит, тот гном был из его команды и погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнуют печали кольца?
Что это там наверху? Отец, посмотри наверх! Трава! Ему не нравится. Он говорит не спускаться туда. Эй, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. Заткни ты это кольцо. А как заткнуть?
Сын. Слушаюсь. Еще одна карта сокровищ. И бродяга, приготовься. Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Thank you.
Сундук связан с цепью ловушек. Не вижу ловушек. А он вот уверен. Гляди в оба, сын! Я готов! Мастерская вон там. Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу. Отец!
Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Ты правда неплох. Андвари говорит спасибо. Пойди сюда. Ладно. Кто это написал? Поговорим с синим. Вот, молот твоего алхимика. А дух его меня уже достал. Ха! Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, правда будет полезен. Парнишка-то мямля, а? А, ничего, перерастет. У нас с братом новый проект. Если хотите, разыщите нас в храме. Рома! Ну, заходите. Вот где вот эти тишины. Чего тебе, мелкий?
это все?